Алло, Настя, да что? Срочно возвращайся домой. Я должна оставить на тебя Василинку, а у самой у меня запись на маникюр. Дорогая, мы здесь. Ого, как вы быстро! Я даже забыл, не успела отложить телефон. Все, на, Василинка будет в кровати, а я еду. Пока. Пока. Ля-ля-ля-ля-ля. Привет, привет. Ты тоже пришла в салон? Да. Пошли, сядем уже. Пошли. Хоп-хоп. Телефон Джеймса? Странно. Алло? Алло, ты скоро? Нет еще, я только пришла. И почему у меня твой телефон? Я перепутал случайно. Ладно, я еще по магазинам похожу, а ты там не скучай, погуляй с Василинкой. Все, мне пора бежать. Ох, эти мальчики. В этом спа мы стали помоложе на лет 10. Да, чувствую себя школьницей. А пошли еще по магазинам походим. Пошли, в какой первый зайдем? Мне моей дочке нужно купить новую одежду. Пошли в детский. Давай, я тоже что-то куплю. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы тут оставим наши вещи. Последите, пожалуйста. Окей. Сейчас еще много одежды наберем. Да. Вот это мы с тобой погуляли. Да, интересно, Джеймс там справляется? Блин, не плачь, скоро мамочка придет и тебя у меня заберет. Блин, где же ты? Привет, я дома. Ну как, справился? Нет, она плачет у меня. Знаю. Я боюсь, что я ее уроню. Тише, Васенька, не плачь, не плачь. Ты ее кормил? А надо было? Конечно, надо было. Пошли, тебя покормлю. Ох, эти мужчины все время не могут поладить с этими маленькими детьми. Спи, а я пойду поиграю в баскетбол.